Заседание Межведомственной комиссии региона по противодействию коррупции прошло в Петропавловске. У руководителя департамента агентства по делам госслужбы есть претензии к выполнению госорганами нескольких пунктов плана антикоррупционной стратегии. Работа в этом направлении или вовсе отсутствует, или проводится формально. Все подробности прямо сейчас. Северо-Казахстанская область на последнем месте в стране по количеству коррупционных преступлений. Чтобы удержать эти позиции, необходимо проводить качественную работу. Речь не только о привлечении к ответственности тех, кто преступил черту закона, но и о превентивных мерах. В рамках антикоррупционной стратегии в нашем регионе разработан специальный план. Это 57 пунктов. Однако не все эту работу проводят на должном уровне, говорит Галым Турсунбаев. Одним из моментов, который стоит отметить, это недостаточно эффективное взаимодействие местных государственных и правоохранительных органов области, а также территориальных департаментов центральных государственных органов. Вследствие этого в информации об исполнении регионального плана допущено не отражение исполнения нескольких пунктов. В этом году обучение должны пройти 1400 госслужащих, однако лишь 70% из них посетили курсы повышения квалификации. Отстают от графиков специалисты управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития, физкультуры и спорта, финансов и сельского хозяйства. Недоработки в этом вопросе есть и в районах. Галым Турсунбаев также отметил формальное отношение в проведении анализа коррупционных рисков в госструктурах региона. Районом имени Габита Мустрепова внутренний анализ коррупционных рисков вообще не был проведен. Анализы коррупционных рисков должны проводиться также в самостоятельных отделах, однако в большинстве районов то по одному только отделу, максимум по два отдела были проведены. Исключение составляет только в городе Петропавловск, где 8 отделов самостоятельных провели данную работу. Качественно к выполнению данного пункта подошли лишь в департаментах по защите прав потребителей и госдоходов. Есть образцовые управления, департаменты, которые своевременно все делают, поэтому вот есть стандарт, на который все должны равняться. О работе по противодействию коррупции, проводимой на местах, отчитались главы Айыртауского, Тайыншинского и района Макжан-Жумабаева. Ксения Куценко, Михаил Казначеев. Новости МТРК.